Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Люди с буквой «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Они любят делать других людей счастливыми. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Цифра 3 в нумерологии создана для этого имени. Индивидуальность определяет такие черты характера, как коммуникабельность и общительность. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Артистичный способ самовыражения дает обладателям этого имени еще одну возможность доставлять людям радость и отвлекать их от повседневных забот. Творческие профессии позволяют доказывать окружающим, что жизнь может быть прекрасной, если мы захотим этого сами. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Люди с этим именем прежде всего стремятся окружить себя любовью своих близких и дружбой веселых, жизнерадостных людей. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «Т» дает человеку настырность. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.